С Днем независимости Украины, друзья. Или, может быть, зависимости. Сегодня 24 августа. И Украина празднует, как всегда, год за годом, этот праздник. Но насколько он действителен в целом, этого не может сказать никто. Все, что происходит сейчас в Украине, я думаю, многие люди сами видят, знают, все, кто живут там. И, в принципе, даже не обязательно жить в Украине, можно и жить и в другой стране. И понимать, что происходит, так как у многих людей огромное количество друзей, знакомых, родственников. В этой стране есть в любом случае. Вообще, в принципе, Украина очень такая страна замечательная. И земля в ней очень хорошая. Буквально все, что не бросишь в землю, все начинает расти. Можно процветать, можно зарабатывать. Но вот то, что сейчас в данный момент происходит, как бы мы, простые люди, ничего не можем с этим сделать, по сути. Или можем сделать, как вы думаете? Напишите комментарий. Вот вообще, что-то могут люди решить или нет? У каждого человека, конечно, свои мысли, фантазии. Вот мне интересно, как вы мыслите и вообще в целом, откуда вы меня смотрите. Но все-таки надежда умирает последней. И есть еще какой-то шанс, что все наладится. Я лично так точно. Я верю в это. Когда, конечно, будет, это неизвестно. Многие люди, конечно, могут написать: ага, ты смотришь, ты вот где-то не тут, где-то там. Если не ты, то кто? И так далее. Как многие люди вот на вот это вот так вот реагируют. А на самом деле здесь все намного глубже, глубже, по сути, вообще рана очень и очень далеко, и залечить ее очень сложно. Ну и, в принципе, все, что я хотел вам сказать, люди. Всем пока.